Кстати, я сейчас в кадре. Вот я что хочу сделать. Находимся мы в нашем вудопарке. Я хочу сделать. Испортить трамплин? Мне нравится, Михаил, я бы не трогал. Я сделаю правильно, делаю ровный стол, чтобы летать. Чего ему не нравится? Спиной вниз. Зачем спиной вниз? Сальто будем крутить? Короче, Михалыч делать нечего, он тут решил трамплин переделать. Он так называет это подровнять. На самом деле, сейчас оно вот так подровняет. Куда он решил, что так правильно? Вот сюда будет есть вот замечание, тут есть трамплины вот на Егоре везде. Они тоже сделают под правильного этого радиуса. Теперь тут работает Серега Паук. Придем уже, будем пробовать уже прыгать. Так. Халыч, так надо. Что, приходите, приезжайте, прыгайте. Да, тем более сделано тут два трамплина подряд. Вот один, а там вот за бугром второй. Сейчас я покажу. Не, я бы с такого прыгал, честно говоря. Мне было бы удовольствие. А он второй. Вот здесь внизу. Это, походу, на доске кто-то прыгал, да? Кто-то на доске прыгал. Кто-то прыгал на доске. А мы на санках. А мы будем на санках. Вот Михалыч вроде там переделывается потихоньку. Готовим лыжи, да? Готовим лыжи. Я говорю, сейчас переделайте, готовим лыжи. Сегодня мы его делаем, там у нас усваляет погода. Серега, а если на ватрушке отсюда прыгнуть? Разогнаться и туда нормально же будет. Надо сделать такой более такой, там где-то камень подрезать, но создать трамплин в виде хорошего. Чтобы все было осталось. Все работает. Вот там второй склон. Вот он идет еще больше. А до самого верха. Так, пошел до самого верха. Да. Делаем красиво. Это главная красота, чтобы была в трамплине. Да. Если будет некрасиво, соответственно, прыжок будет тоже некрасивый. Надо принести сюда красочки, да, подкрасить его. Подкрасить его, принести красочки, сделать разметочку. И разметочка еще синяя, да, маркер? И маркер.
Взял вон это. Свеклы отварил и все, и полил здесь. Свеклы отварил и полил. Все будет нормально. Нормально, нормально. В принципе, путь были, да, примерно. Угу. Едешь туда вот, вот можешь взять отсюда. Отсюда. Сидишь так, разгоняешься так. Хопа так и полетел туда-то, вот самую дальше туда. Вот. Так же наоборот. Подрез изменение. Вот. А, там еще не трапочка стоит. Угу. Не надо ничего там подрезать. Ну объезжать там нужно. Объедешь. Все страшно. А здесь все подровняешь, все. Так что приходите, катайтесь. Будем прыгать, летать. Видишь, как на земле, а чуть-чуть как бы вот так выбирай. У нас с трамплина создавался вид. Вот. Здесь чуть-чуть выровнять. Стол вылет, разгон. Стол называется. Отрыв. Чтобы никто не как падал. Сказал наш президент, будет прорыв, да? Вот Михалыч тоже что-то подобие делает. Прорыва. Ну, я умею трамплин делать. Президент умеет страной управлять. Вся страна в долгах. Тут умеет трамплин. Что-то у нас получается, да? Конечно. Да, он оттуда бери снег с боков пушистого накидывай. Уже птицы поют. Хорошо, что позволяет снег. Дальше рад. Вот, покажу, допустим, это уже получается у нас шикарный вылет. Видно, у нас как бы выделение трамплина идет. Так он должен всегда выделяться. Чтобы, допустим, люди, которые захотят обзор, сломать себе шею, могут. Соответственно, здесь должна сделана как бы дорожка и так далее, чтобы можно было снять и так далее, как бы. Все красиво и удобно. А вы-то о том, что скажете? Что сказать? Нормальный трамплин. Что сказать? Лыжи надо нести, что говорить? Что тут говорить? Надо тащить лыжи. Я думал, тут ничего не сделано, а тут оказывается, видишь, как все уже построено почти. Я бы сейчас уже и попрыгал, все нормально. Сбежал, все идти. Как тебе? Хочешь? Я бы без этого подравнения. Я бы стеганул нормально. Чтобы получалось красиво, виду было. Допустим, покажу. Сверху уже видно уже. Сейчас подымемся. Сейчас мы подымемся. Головки сыпятся. Ух! Да, еще как. Все видно, Михаил. Все видно. Все выделения, все заметны. Да, потом замерзнет. Уже будет не то.
Так что, дорогие друзья, вот закончилось сегодня с трамплином. Находится у нас в Токсо, на Вуду Парк, наш склон. Вот, пришлось чуть-чуть повозиться. Вот, ну, зато я сделал, решил сделать, как бы, хороший, добавили трамплин. Так что теперь можно уже приезжать и прыгать. Получилось просто идеально. Вот. Все разглажено, все ровненько. Вылет будет вообще хороший. Туда вдаль. Вот. Все получилось идеально, друзья. Сейчас еще покажу здесь, как и что у нас. Так, вот сделал, кончики обрезал, здесь все сделал. Вот, разгончик у нас получился. Ну, вроде все как-то нормально. Так. И на разгончик у нас. Туда мы хоп и летим. Вот. Так что вот так у нас получился. Так что можно завтра, послезавтра приходить, короче, прыгать, летать. Вот какой у нас получился красавца. Потратил я всего лишь часа два. Окантовочки, обрезания. В общем, получился добротный, хороший трамплин. Как видите, смотрите, все получилось классно. Находится он в Токсово, на нашей горке Слаломской, за переездом. Так что можете приезжать, прыгать. Получилось все классно, идеально. Все разгладил, так вообще. Получилось обалденно, друзья. Просто отлично. Посмотрим со всей стороны, как он будет смотреться. Такой чисто злобный, здоровенный трамплин. Просто обалденно. Давайте назовем его двадцатка. Двадцатка, или как его можно назвать? Страшный трамплин. Друзья, страшный трамплин. Конечно, приземление здесь надо было чуть-чуть подровнять, я думаю. Потому что оно уже как бы чуть-чуть подразбито здесь. Вот. Чуть-чуть сюда серединку подсыпать, снежка можно будет, в принципе, отрабовать, сделать ровненько. Получилось классно. Это наш красавец получился. Добротный. Добротный трамплин. С разгончика оттуда. Отлично. Все это. Этот трамплин тоже, в принципе, неплохой. Там у нас эта труба раньше висела, бочка еще. Все раньше было. Ну все, в принципе-то. Нормальный трамплин добротно получился. Лично нравится мне. Токсово Вуду Парк. Отлично. Так что. Получился у нас трамплин. Задом все наперед еще. Получился у нас трамплин, дорогие друзья. Добротный, нормальный. Света, правда, нету. Приходится подсвечивать так. Так что будем летать. Ладно, стемнело уже. Надо пора идти уже. Пора идти домой, друзья. Домой. Все. Отлично. Мне понравилось. Хороший трамплин.